Производство электричества и тепловой энергии, их транспортировка и сбыт. Сегодня энергетики отмечают свой профессиональный праздник. Представить современное общество без этой отрасли экономики, наверное, уже невозможно. В Бийске работают несколько ресурсоснабжающих компаний, которые в дома и организации города дают тепло и свет. Самые крупные из них – это Бийская ТЭЦ и Бийское теплосетевое подразделение СГК. Этот год для всей экономики оказался непростым. Однако, несмотря на все проблемы и сложности, энергетики 2020 завершают с хорошими результатами. Полностью выполнена программа ремонтов, реализованы инвестиционные проекты. Один из самых крупных – это реконструкция электрофильтра на Бийской ТЭЦ. В него сибирская генерирующая компания вложила 240 миллионов рублей. Важно отметить, что не напрасно степень очистки дымовых газов улучшили почти до 100%. В первую очередь работы были направлены на улучшение экологии в нашем городе. Успех компании во многом зависит от каждого из сотрудников, от их профессионализма, заинтересованности и любви к своему делу. В этом году страна отмечает столетие плана ГОЭРЛО. Несколько поколений энергетиков посвятили себя этой профессии. В результате стало возможно построить мощнейшую энергосистему. На данный момент энергетика – это ключевая отрасль экономики страны. Нет ни одной сферы деятельности человека, на которую бы она не оказывала непосредственного влияния. И сегодня я хочу поздравить всех энергетиков и ваши семьи с нашим профессиональным праздником. Полностью ремонтную кампанию выполнили и специалисты теплосетевого подразделения СГК в Бийске. В общей сложности в нашем городе обновили больше 1500 метров тепловых сетей на 7 участках. Работа велась и на подкачивающих насосных станциях. В этом году в Наукограде кардинально изменили схему проведения гидравлических испытаний. От горячей воды отключали не весь город, как это было раньше, а по районам. К отопительному сезону энергетики подготовились раньше обычного и без замечаний получили паспорт готовности к зиме. Я хочу всех поблагодарить за ваш исключительный труд, за ваше умение и за вашу настойчивость в достижении своих целей. В 2020 году нам удалось выполнить, несмотря ни на какие трудности, весь объем ремонтной программы и практически всю инвестиционную кампанию. Еще раз хочу всех поздравить, пожелать всего самого доброго, здоровья вам, вашим семьям, вашим родным, близким.